однажды Джеймс решил вернуться на... зарегаться на дайвинге. Всем здорово, короче, с вами Джеймс, Карло и Эмбер, это Diamond Trillion. О, нихера себе, сколько всяких слов сказал. И, короче, все. На этом все, всем удачи, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Погоди, сейчас приедем, начнем. Давай. Не, давай, типа, скажи привет. Да, мы согласны. Вход в шахту расположен в горе около конвейера. Для добычи руды подойди вглубь шахты и начните выкапывать руду. Угу. Понятно. Все, я скажу. Короче, таскай только железо. Железо это где? Вот тут, да? Да, вот. Вот здесь самое прибыльное, чего. Самое прибыльное, наиболейшее просто. Я понял. А можно это бегать или прыгать? Бегать можно, прыгать нельзя. Ля, тут идти, нифига себе. Да, там очень много. Но ты можешь за один этот... Ну, ты отнесешь, ты можешь по $100 получать, по 200. Нормально тебе. Я здесь бабки рубил. Ну, а, ну типа каждый раз все дальше и дальше или нет? Нет. Одно и то же расстояние, но ну, там просто может рандомно выпасть сколько тебе килограмм руды выпадет. И что тут нажимать? Iron Mine? Или что тут? Ничего не нажимаю, просто к скале ты подходишь. А тут какая-то высадилась, типа табличка. А, вот там на лопатку. А тут две их, на любую, типа? На любую. А куда его вообще везти? А, вот. На этот, там есть флажок. На конвейер. Конвейер. А тут что за шахта? А что тут вообще есть? Железо, потом... А там три шахты, но там на этих шахтах по-разному платят. А, я понял. Не, это вообще для руды. А куда? А, вот она сразу с выходом. Да, да. А я вообще пошел в другое... Я получил 255 баксов, во-во, нихера себе. Уважаемые жители, минуточку, сухопутные войска. А, да. Кстати, потом пойдешь, когда третий уровень получишь в армию, короче, там скиллы прокачаешь. А этот, с какого левела идти? С третьего? Да, с третьего. А второй нет? А второй будешь работать не дальнобойщиком, а автобусником. А, я понял. Короче, сейчас натягаем миллиард, потом я вернусь, давайте. Кстати, Саша, скажи привет. Привет. Привет, да? Привет, Санёк, привет. Как сам? Нормально. Кстати, как короче, вот. получишь третий левел, да? Ну да. Будешь работать на этом, на яблочный, бля, как он называется, яблочный сад, во. Ты там будешь вообще до хера бабла поднимать. Я хотел его в армию отправить. Ну, первый левел. Вы сейчас на меня решили, типа, куда я пойду, да? Не, ну. Я чтобы пойти в армию, тебе прокачать скиллы. Я хочу в гетто пойти и без скиллов так валить просто. Не, блин, тут знаешь какая, как первый ранг называется? Как? Печень. Да. Ха, чё за бред? Ну это так лидеры назвали. Печень. Печеньки, печень, пончик там или ещё как-то. А это главный чё? Мозг какой-то? Не знаю, там амиго какой-нибудь там или чё какой-нибудь хуйня. Амиго. Я не удивлюсь, если у Грув или у Баласов будет Амиго какой-то. Амиго это типа вообще, типа парень. Просто ну парень. Они херню какую-то делают, там, не знаю. От нечего делать надо. Это скажи еще где-то. Латиносы, типа вот эти вот всякие. Пацаны, давайте что-то поугараем. Полазим где-то, вот прыгаем. Можно на военку проникнуть. А мне, типа как я проникну? Ты можешь мне скинуть оружие какое-то? Блять, я не в бане, сука. Да просто пролезем и все туда. Твоя... Ну давай. Сейчас заправимся, подожди. Я что и без бензина. Такой первый Оба. День, понял? Первый день на этой фигне и такой же опасный. Типа побежал сразу на военку, на солдат. Ой, я знаю, что давай сделать. Давай вообще устроим хаос. Дикий, тупо, вообще жесткий. Апокалипсис.
на мусоров, короче, нападем. На военный. У меня как раз звезды есть. Ну вот, потом еще в больницу зайдем и типа заложники кого-то возьмем. А, в принципе, тут РП нету, так что это просто поубивание. Чувак, заложников. Хочешь подремить? Можно сходить на аку. Там, блять, мы можем подремить. Можем, можем. А че, бабки даются в этот, в Payday? Да. Ля, вообще жестко. А ну дайте я пересяду в черную машину. Типа бандит. Открывайте, открывайте, открывайте мне двери. Быстро. Все, вы уволены, машина моя. Пока. Ты у тебя есть права? Права есть? Нет, я бандит без прав. Поехали спать. Да поехали на военку нападем. Давай маски тогда. Маски купим тогда сейчас. Поехали маски купим. А там, блядь, ты можешь пистолетик передать? Вот не могу, блядь, никак. Жестко. Типа такой возле башки. Фоточка, типа. 300 баксов и маску. Может, без маски будет плохо. Что мы будем делать? Да хочешь, ты просто проникнем туда. Го в ту школу. Го потом в школу. Так, телефон. О, вот телефон. Номер сим-карты. А что, номер сам должен придумать? А это сколько цифр бесконечно можно? 6. 3. Я, короче, сделал себе 479 до 8. Слышно, а что такое рация? Для чего она? Не знаю. Парашют, маск. Пум. Крис, блан. Ну все, я, короче, еду, да, и этот одевает. Ля-ля-ля, я вообще такой опасный бомжик в такой маске, в балаклаве. Да-да-да. Серьезный пацан. Че, погнали на ВВС, погнали? Давай сюда заедем. А там еще есть дальше военка одна. А, еще дальше поехали. Туда стоит. Прям тут? Туда можно. Да-да-да. Поехали. Ля, вообще как я давно не играл в сам. Даймонд вообще изменился по полу. Еее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 ee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 
Где? Едь на наше место, где сегодня были. На гору, на гору назад. Шамал, смотри, на дороге стоит шамал. Какой шамал? Самолет, видишь, на дороге? А, ну я видел. Какого хера? Короче, прикинь, тут можно вертолет даже купить частный, чтобы он у тебя в доме был. В доме? В доме? Да-да-да. Ну, да, как бы, понял, как машина, типа. Тихо-тихо-тихо-тихо. Я прыгаю. Вон, вояки, вон, там склад, блядь. Бампер за 3-3 мне сломал. А я могу, типа, на складе что воровать не в бане? Нет, мы в бане должны быть, в бане, да. А. Потом в банду своим, и там будет вообще эпик. О, блядь, сбило. Возле них, типа, я тоже на построение. Ты куда вылетел? Убьют сейчас нахуй. Да не, вот, все нормально, меня не трогают. Видят, что деловой. Позарим с ними. Террорист херов. Так, не понял, ловите. Смотри, прикол. Чувак, я буду сейчас за вот этим боком. Аллах Акбар, пацаны. Где ты? Садись. Бля, пиздец. Все, слили нахуй, уходим. Валим. И Аллах Акбар, типа, сказал. Ты в больнице, да, ты валяешься? Да. Я как король, короче, на кровати лежу, а тут пацик рядом со мной лежит на земле. Я хочу вот, давай придумывать, короче, каждую серию какие-то миссии. Типа, вот у меня сейчас миссия, вот я себе только что придумал. Дать копу в рожу, типа, главному. Сука. Смотри. Вот, вообще нету никого, смотри. Смотри, взял какие тачки, смотри, да? Опа, ну да, я пройду себя. Я к ним, короче, тоже стану, типа, я тоже с ними. Чё, посадят нахуй, посадят просто. Да почему? Я не да ёбнутый. Посмотри, какие тачки стоят. Я вижу. Вот какой-то Мишель Элимо. Мы с ними тут в скайпе посрались недавно. С ним? С ними, вот с этим, с лидером нахер. И еще там какие-то бичи были. Гомосеком. Нахуй послали, там вообще пиздец полный, короче. Чумо с прокуренным голосом. Жестко. А ну, короче, дайте я сяду. Поехали еще искать копа. Хочу дать в коп. Это питерский. Хочу в натуре копу дать именно. Попу. Сука. Мэрию новую сделали. Да, поехали в мэрию поглядим. А это что за херня? Я вышел на ментов. Тут ментов. Я тоже.
Прикинь, они нас приземлились нахуй. Сука. На нас. Он прям на мою корчевую крышу. О, начинай, тут набор в мусарку идет. Сгорело. О, я хотел лидеру дать в рожу. На тебе, пацанчик, добазарился, я тебя словил. Где бабки мои, Вася? Иди сюда. Опа. Да ты чё? Но НРПшник галимый. Чувак, если хочешь подэмить, то можем идти на Акуп сразу прям. Welcome to Aquana. Там, блядь, пусть такой дэм. Лучший дэм сервер. Ля-ля-ля, они вообще именно на НРПшнике такие жесткие, капец. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Если будут сажать, офайся нахуй. Да вот, я убегаю от них вообще, у меня 4 звезды, я такой именно нарушитель жесткий. Бля, офайся нахуй, посадил пиздец по полугулю. А он не успеет меня даже... Ой, я на крыше, пацаны, давайте, короче, кто-то меня может спасти как-нибудь вообще? Я лечу. Без варика именно вообще. Опа, поехали дальше. Прикиньте, вот это вообще, Вася, я от него убежал, короче, с 4 звездами. 6 звезд у меня вообще такой опасный, именно бомжик такой. Ха-ха, Боб Марли. Бля, четко. О, еще чуть тачка не сбила, короче, я сбил тачку. Ха, вообще опасный пацан. Бля, стреляю, быстро садись. Поехали, поехали. Да, валим. Сука, стреляю на пидорах. Четко именно. 6 звезд у пацана. Это сколько бы я сидел бы, если звезда полчаса? Хера. 3 часа, прикинь. Да нет, ты бы сидел, наверное, полчаса или час, не больше. Да пофигу. Ну, поехали сюда, на гору, магаз. Хочу сейчас стать именно вообще блатным, неузнаваемым бомжом. Неузнаваемым бомжом? Ну да. Как неузнаваемый? Такой, типа, Боб Марли в детстве. По Лос-Анджелесу себе катается на буллетах, на бэшках. На бэшках. Мерси, бэхи, пацаны, все дела. Ты выкинул меня? Чё сделал? Выкинул из тачки? Нет. А чё я выпал? Хуй знает. Что я не пристёгнут. Олег, короче, я буду гнать жестко, на туре я буду бомжом. Так, вот где он, вот, бай. Да. У вас нет шкафа для одежды, если он заметит. Да, бог, че четко, он такой рэпчик маленький бегает. Рэпчик, сука. Да, вот посмотри, такой опасный вообще. Сюда иди. Гопник. Садись. С Сигой, да, или что там? Да. Так, а теперь куда мы едем? Я покажу ключи. В автошколу? Покажу кое-что. Да, пойти. Охуеть, да? Натуре четко. Тут вот видишь, ты что там происходит, все видно, как машина там, все такое. Да, классно. Вообще класс, да? Слушай, а здесь вроде можно купить снайперку. Смотри, тут у него там маты нахуй всякие, пиздец. Наркоту можно хранить в этом ящике, все. Плазма, вся херня, камин даже. Поработали, да, с матами? Ну да, вот этот отель вообще именно четко. Такого нигде еще нет. Так что это не ворованный какой-то. Наверное. Да я не верил, чтобы где-то такое было. Не, чувак, Даймонд такой не ворованный. Даймонд топчик. Да они, наверное, столько платят этим скриптерам, что они, блядь, там такие инты. Ладно, уходим, все. Ну пизда-то, чё, как выйти на Аль? Так, да, короче, выбираешь вот 12-е и после 12-е надпись, там, после 12-е. А, нет, предпоследняя надпись, сука. Стрит? Да. Я в подвал нечаянно вышел, сука. А тачка закрыта. Прикинь, да. Пацан, ты оставил открытую тачку. Да, я знаю. Чё, поехали в автошколу? Да, там вообще инта просто охуетительная. Ну тачки вообще прикольные. Так, ля-ля-ля. Зайди теперь в интерьера. Лагай что-то вообще. Заходи. Бом. Школа. Автошкола. Смотри, как привет. А куда идти, ты знаешь, да? Сюда. Вот смотри. Знаки всякая хуйня здесь. Ага. Да. Это все скачивается. Да. Пошли.
Пошли, ебаный рэпчик. Йоу-йоу, давай мне права. Слышь ты, я не детвора. Выберите вид транспорта, на который хотите. Воздушный, конечно, я ж летчик. А тебе прям видно, что ты летчик, слышь? Ой, блядь. Ударил на тебя. Сейчас вам будет предложено пройти тест. Хорошо, давай. Какова максимальная скорость транспортного средства в пригороде? 110? А, тут... А, я помню, я вспомнил, что за фигня. Ты с нами? Пончик. В натуре банда рэперов, типа такой трэш-рэпер и пончик такой. Все, следующая серия будет с хатой. Короче, пацаны, всем пока. С вами был Эмбер, Джеймс и Карло. И, короче, Даймонд Триллиан. Следующая серия с хатой. Все, давай. Давай, пятюню, братюню.